Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Недавно я рассказывал о структурной ноте, и у меня в комментарии спрашивает Сергей Иванов, что мешает самостоятельно покупать эти позиции по отдельности через брокера? Зачем этот компот? Сергей, огромное спасибо вам за этот вопрос, потому что я действительно упустил вот это вот самое главное преимущество ноты, структурной ноты. Смотрите, представим две ситуации. Вы купили эти акции самостоятельно, и вы считаете, что они вырастут. А я купил ноту структурную. Смотрите, если акции выросли, скажем, ну, через 3 месяца, вот все 3 акции, 4 акции эти выросли, ну, скажем, на 1%. Вы получаете, вы вложили туда 10 тысяч долларов, так же, как и я. Если они выросли на 1%, вы получили сколько? Ваш актив вырос, на 100 долларов. Я получаю 2,65, то есть 265 долларов получаю. И актив закрывается, все, нота закрыта, а автокол сработал. Я получаю 265 долларов, я получаю больше, чем вы. Теперь второй вариант. Акции не выросли. Ну, все, когда покупают акции, они самый большой риск говорят, а вдруг они упадут? Вдруг акции упадут? И давайте представим, акции упали на 1%. Ваш актив минус 100 долларов. Мой актив плюс 265 долларов. Акции упали на 5%. Вы потеряли 500 долларов. Я получил 1000 долларов. Ну, если за год акции упали на 5%. Если за год акции упали на 10%. Ваш актив был 10 тысяч долларов. Стал 9 тысяч долларов. Вы потеряли 1000 долларов. Мой актив 1060 долларов. 10,6% годовых. Купонные доходы 4 раза в год. Я получаю купонный доход. И дальше все продолжается наблюдение. Если акции упали следующий год еще на 10%, вы потеряли еще 1000 долларов. У вас было в начале 10 тысяч долларов, стало 8 тысяч долларов. А у меня, значит, актив продолжает пополняться, я получил 2120 долларов за 2 года. Третий год. Акции упали еще, скажем, на... Ну, за полгода они упали на 5%, еще за полгода следующие еще на 5%. Первые полгода я получаю по 2,65% каждый квартал. Потом, значит, они упали ниже порога. Я получаю, я ничего не получаю, я перестаю получать что-то. Третий год пошел, все, я ничего не получаю. Всего я получил первый год 1060 долларов, второй год 1060 долларов, третий год половину от этой суммы. То есть, сколько там, 530 долларов. Всего я получил 2120 плюс 530 долларов. Сколько там получается? Не знаю. Вот. И все. И нота закрывается. Благополучно, спустя 3 года я получаю назад свои 10 тысяч долларов. У меня было 10 тысяч долларов. Стало 10 тысяч плюс 2000, там, 500, 650 долларов. Акции при этом упали на 30% за 3 года. А вы получили 7000 долларов ваш актив. В 2 раза разница, вы понимаете? То есть именно нота как раз хороша тем, что она страхует от падения. От падения. Вот этим она хороша. Но акции, вообще, так сказать, там покупаются, конечно, для того, чтобы они росли. И если акции выросли, в первый же период наблюдения, я получаю свои 2,65% и нота закрывается. Если акции выросли больше, чем на 2,65%, то есть мы с вами купили, я купил ноту, а вы купили акции, и акции выросли больше, чем на 2,65% за 3 месяца, то вы получаете больше прибыли. Но при условии, что они достаточно быстро и все дружно выросли. Ну, вряд ли это произойдет. За год может произойти, да.
Если за год все, ну вот весь этот актив весь вырос больше, чем на 10,6%, что очень-очень вероятно, то да, покупать акции выгодно. Почему выгодно и когда выгодно покупать ноту? Когда нет уверенности, что акции очень сильно вырастут. Когда есть экономический бум, но, наверное, и ноты будут другие. Просто ноты – это страховка от падения. Если есть небольшое падение, я получаю прибыль. Вот в этом кайф. Риски, я говорил, если акции упадут больше, чем на, ну, практически наполовину, 55% от initial price, от начальной стоимости, которая оговорена в договоре. Вот он договор. Вот, и здесь написано initial price. Я говорил об этом в видео. В этом смысл. Структурные продукты, то же самое. Если акции растут, мы получаем прибыль. Если акции падают, мы получаем свои деньги назад. Мы ничего не теряем. Структурные продукты. Структурные ноты, акции падают, мы получаем прибыль. В структурных нотах есть вероятность потери, если она упадет ниже защитного барьера. Что весьма маловероятно. Вот я надеюсь, что я ответил вопрос. И еще раз спасибо, Сергей, за такой вот хороший вопрос, о котором я просто забыл об этом моменте. До встречи. С вами был Демитков Юрий.